Сьогодні поспілкуємось із терапевтом Юлією Ярош. Вітаємо вас. Добрий день. Багато хто з нас восени, на початку зими, каже, я захворів, в мене застуда чи грип, але ці поняття досить різняться. Як же відрізнити, застуда в тебе чи грип? І чи ця кардинальна зміна впливає на лікування? Ну, для начала нужно отметить, что такой термин, как простуда, является разговорным, тогда как под ним скрываются инфекционные заболевания, такие как острые респираторные вирусные инфекции, реже острые респираторные заболевания. Хотела бы вам рассказать вообще, почему вот эти все заболевания называются простудными. Смотрите, наш организм каждый день контактирует с огромным количеством возбудителей острых респираторных заболеваний. Но если иммунитет достаточно стойкий, то эти возбудители просто-напросто на входе в организм даже не проходят фейс-контроль. Во-первых, их не пропускают ресничатые эпителии слизистой оболочки носа. Но тем, кому повезло больше, и они пробили эту оборону, в дальнейшем им предстоит встретиться с доблестными защитниками иммунной системы, такими как макрофаги и Т-лимфоциты. Теперь хотела бы сказать принципиальное различие между острой респираторной вирусной инфекцией и острой респираторными заболеваниями. Острые респираторные заболевания – это достаточно такое обширное понятие. Это группа, включающая в себя все инфекционные заболевания, которые сопровождаются простудными симптомами. Они вызываются, помимо вирусов, еще бактериями, грибками и простейшими. А острые респираторные вирусные инфекции – это заболевания дыхательных путей, которые вызваны исключительно вирусной инфекцией. Возбудителей более 200 видов. Самый распространенный из них – это аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, вирус гриппа и вирус парагриппа. Теперь отвечу на вопрос, чем отличается заболевание, которое вызывается вирусом гриппа, от заболевания, которое вызывается аденовирусной или риновирусной инфекцией. Во-первых, у них абсолютно разные возбудители. Следующее отличие является такое, что грипп, он начинается спонтанно, остро, с очень высокой температурой, больше 38 градусов. Из одних из первых симптомов – это очень сильная интоксикация организма. Она проявляется в виде озноба, адинамии, мышечных болей, головных болей, ломоты во всем теле. Также присущ очень часто сухой кашель с болями за грудиной. И что характерно, очень слабые катаральные проявления, в то время как все остальные вирусные инфекции – сразу же проявляются сильно выраженными катаральными проявлениями, такими как боль в горле, насморк, идет воспалительный процесс слизистых оболочек сначала верхних дыхательных путей, затем нижних. И только после вот всех вот этих катаральных проявлений у больного повышается температура. Ну и еще грипп, если он некорректно пролеченный или недолеченный, он имеет ряд осложнений. Бывают легкие в виде бронхитов, отитов, пневмоний и даже пилонефритов, осложнения мочевыводящих путей. Бывают очень тяжелые осложнения в виде невритов, энцефалитов и даже серозных менингитов. Ничего себе! Для того, щоб не запускати і не доходити до цих ускладнень, необхідно своєчасно лікувати чи застуду, чи грип. Але що робити, якщо ось вранці ти прокинувся, в тебе вже симптоми на обличчі, і ти розумієш, що необхідно на важливу зустріч, на роботу, чи ще якісь причини. Як уникнути цих симптомів, як їх вилікувати, а також як покращити своє самопочуття? Смотрите, уникнутые, мы расскажем о профилактике, наверное, в самом конце. Единственное правильное и верное решение при самых только первых симптомах острых респираторной вирусной инфекции – это сразу же обратиться к врачу. Практика показывает, что пациенты, которые обращаются в первые дни заболевания, выздоравливают гораздо быстрее, а назначенное лечение действует эффективнее.
А наскільки небезпечно те, що люди обирають самолікування і кажуть, ось я бабусиними методами, десь цибулька, десь часничок, вип'ю гарячого чаю з лимончиком і все на завтра пройде. Смотрите, бабушкины методы или по-другому нетрадиционная медицина существенного вреда здоровью она не наносит, но и к быстрым, эффективным вариантам лечения ее тоже отнести нельзя. Она может присутствовать просто как дополнение к основному лечению, которое вам должен назначить ваш лечащий доктор. А ось якась швидка допомога існує при застуді, коли необхідно зовсім скоро вилікуватись, якщо запис до лікаря на після обіду, а до обіду ще є важливі справи. Смотрите, то, что если, к примеру, предположим, завтра важная встреча, а у вас голос пропал. По поводу сиплости голоса могу сказать следующее, что если голоса сегодня нет, он и завтра, и вряд ли послезавтра появится, так как это является таким четким критерием, одним из ярких клинических проявлений ларингита. А за один вечер ларингит, к сожалению, не лечится. Так что или встречу переносите, или же у вас есть целый вечер на то, чтобы изучить язык жестов. А ось щодо профілактики грипу та застуди. Якщо боротися з грипом і застудою, ми розуміємо, необхідно з допомогою лікаря, і це певний тривалий період часу, то як зробити, щоб не стикатися з цими мікробами, як себе забезпечити? Все профилактические методы в первую очередь должны быть направлены на то, чтобы повысить стойкость иммунитета. То есть к ним относятся, во-первых, умеренные физические упражнения. Закаливание желательно, но закаливаться надо, закаливать организм только в том случае, если ты абсолютно здоров. Обязательно должно быть рациональное питание. Что туда входит? Туда входит огромное количество свежих овощей, фруктов, соков. Обязательно раз в день нужно есть мясо или рыбку. Также очень немаловажен своевременный отдых организма. И еще желательно употреблять в рацион питания минерально-витаминные комплексы. В осенне-зимний период, это как раз сезон ОРВИ, рекомендуется почаще бывать на свежем воздухе, еще употреблять продукты с очень большим содержанием витамина С. Что касательно профилактики гриппа, то есть это мы рассматривали риновирусную, аденовирусную инфекцию, а что касательно профилактики гриппа, наилучшим на сегодняшний день методом профилактики, рекомендуемым также МОЗ Україна, являється вакцинація. А щодо вакцинації, коли її вчасно робити? Тому що зробити зараз перед грипом? Вчасно її треба робити, лучше всього, в початку осені, перед началом епідемії грипа. А щодо того, коли в колективі хтось захворів і йде вже така мотузкова реакція, що всі починають хворіти, як себе захистити від цього і залишитися хоча б одним, але у полі воїном? Смотрите, в коллективе или в семье, если все прям заболели, а ты один остался, если есть такая возможность, конечно же, лучше себя изолировать. Если такой возможности не предвидится, тогда просто нужно следовать таким правилам, как носить медицинские маски, но менять их нужно каждые 2 часа. Часто мыть руки. Избегать контакта руками глаз, носа, рта, так как это являются входными воротами для продвижения вирусной инфекции по организму. Если рядом с вами больные или больной человек остореспираторной вирусной инфекцией, желательно выделить для него отдельные столовые приборы, отдельное полотенце, комплект постельного белья, пока он не выздоровеет. Еще избегать стрессов. Стрессы очень сильно ослабляют иммунную систему. Не переохлаждаться. Если прям вот сильно-сильно чувствуете, что уже на грани, несколько раз в день нужно полоскать рот и промывать нос. А ось наскільки ефективно, що ефективніше, захисна маска на тому, хто хворіє, чи на тому, хто боїться захворіти? Обоїх. На обидві обличчя. Дякуємо вам. Наостанок хочеться декілька порад від вас, звернення до наших телеглядачів, щоб їм могли порадити у цей період, коли застуда підступає, як боротися і як захистити себе. Уважаемые телезрители, в осенний период, известный сезон ОРВИ, хочется, как бы можно повториться и сказать все, что я выше уже перечислила, но берегите себя, следите за своим здоровьем, следите за своим питанием и будьте здоровы.
Дякуємо вам. Я нагадую, що сьогодні до студії «Нового дня» звітала експерт-терапевт Юлія Ярош.